Сегодня июльское утро 2013 года. Мы спускаемся к морю. Море очень спокойное, бирюзовое. Большей частью, надо сказать, что Тиренское море вот такое. Очень красивое. Внизу место называется Марина ди Замброне. Мы находимся в Замброне на горе. А прямо под горой вот такой поселочек расположился. Спуск к морю поспевает ежевика итальянская. Ежевика. Заросли. Сладкая. А вот поспевают оливки. Такие калабрийские домики. Там наверху на террасе по вечерам очень шумно, людно. Ресторан и пиццерия Сан-Карло. Это тоже ресторан и пиццерия Вальверде. Это вот наши окрестные ресторанчики. По-моему, мы такие ели плоды. Нет, Марокко. Не такие, другие, без колючек. Там другие были. И они красные были, шишки. Это другая так, разновидность так просто. Может, поспеет? Не-не-не. Другая разновидность афонции. Вот такие домики местных отелей. Это уже в Замброне ди Мари или Марина ди Замброне, я все время путаю. Но здесь в основном живут северяне, приехавшие из севера Италии. Русских практически нет, никого нет других европейцев, как и азиатов, впрочем. Да, по виду как акация, что за цветы такие, непонятно.